Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей, и сегодня я проведу презентацию вместе с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, как вводную, так и далее расширенную технико-экономическую презентацию по проекту Skyway. Давайте, пожалуйста, пройдем опросник, наш традиционный опросник, то есть в который раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре. Вводные технико-экономические вебинары у нас ориентированы в основном на новичков, но приходят люди, те, кто уже не в первый раз, кому непонятно с первого раза, приходят во второй раз. Но в первую очередь эти вебинары, дорогие друзья, ориентированы на новичков. Поэтому, если кто-то присутствует в первый раз, то, пожалуйста, проголосуйте, либо нажмите циферку 1-0 в чате, чтобы, соответственно, у меня сложилось понимание, в который раз вы присутствуете сегодня на вебинаре. То есть пока что из новичков никто не проголосовал. Если кто-то присутствует в первый раз, дорогие друзья, пожалуйста, проголосуйте, либо отметьтесь в чате, потому что от этого будет зависеть, каким образом мы будем сегодня строить вебинар. И на самом деле вводный вебинар, дорогие друзья, мы будем постепенно сводить не то, что на нет, но минимизировать, то есть с нашим живым присутствием он будет происходить, ну, допустим, в начале два раза в месяц, потом, возможно, это будет вообще один раз в месяц. И достойная замена будет нам, это будем опять же мы с Сергеем Анатольевичем, но в виде продукта, в виде мощнейшей видеопрезентации, именно с различными всплывающими объектами, договорами и так далее на заднем фоне. Нас, соответственно, и это позволит нам немножко сэкономить время, которое становится на сегодняшний момент все более и более драгоценным, потому что строим Skyway, спасаем планету, мы на сегодняшний день уже во многих странах и фактически одновременно, благо активистов много, мы можем проводить в разных городах в одно и то же время конференции, они не являются даже не телемостами, а именно конференциями, которые по разным тематикам проходят в разных городах. И проект Skyway, дорогие друзья, это действительно проект, который затрагивает струны многих жителей планеты Земля, и не просто так, потому что этот проект призван изменить действительно очень серьезно транспортную составляющую и изменить в целом серьезно и глобально жизнь каждого живущего на планете Земля. Если раньше я лично считал, что 99%, ну, вряд ли 99% заинтересуются этим проектом, вряд ли он нужен 99%, то сегодня я могу четко и ясно сказать, что да, действительно, 99% на Земле не просто нуждается, а люди, услышьте, потому что этот проект действительно возможность, которая бывает раз в 100 лет. И на самом деле, дорогие друзья, сегодня мы живем в эпоху 5-го технологического уклада. Мы уже начинаем разговаривать с нашими микроволновками, с нашими стиральными машинами, с нашим автомобилем. Можем легко по Bluetooth пообщаться в движении, можем вызвать пиццу, находясь на верхней точке горы, например, если захочется это сделать. То есть фактически информация сегодня, дорогие друзья, действительно уходит и доходит до своей цели буквально за секунды. Чего не скажешь о современной транспортной составляющей, современной транспортной инфраструктуре. И на самом деле хочется и ждем мы все, чтобы появился эффективный транспорт, который будет народным, который будет доступен абсолютно каждому и который сформирует новую сеть, которая будет следовать за интернет. То есть если интернет, если вкратце вот сказать, дорогие друзья,
это, соответственно, возможность нами, любым человеком на Земле сегодня, входа в эту сеть и скачивания любого потока, любого объема информации, независимо от того, в каком месте вы находитесь, независимо от того, какой у вас сигнал. От этого будет зависеть только скорость. И интернет на сегодняшний день доступен всем. Каждый может получить действительно доступ к информации, и каждый может совершать те процессы, которые раньше занимали месяцы. То есть звонок по Skype, фактически я могу позвонить с Челябинска в США, в Пуэрто-Рико, в Мексику, в Испанию, неважно, и не буду за это ничего платить. Более того, если человек также имеет Skype соединение. Единственное, за что мне придется заплатить, это только за то, что я буду звонить на мобильные или стационарные телефоны. Но это услуга, за которую Skype получает свои прибыли. И, соответственно, есть у Skype также и свои акционерные держатели, и на что-то должен вообще существовать Skype. И на самом деле, дорогие друзья, вот сегодня я по определенным причинам утром перемещался на общественном транспорте и был поражен, потому что в прошлый раз, когда я перемещался, примерно полгода назад было, стоимость проезда была 15 рублей, сегодня 20 рублей. Я не представляю, как можно жить на зарплату пенсионера, ездить на транспорте, не отказывать себя в транспортном перемещении. На самом деле люди себя ущемляют, и намного выгоднее иметь автомобиль, действительно, чем ездить и пользоваться благами общественного транспорта. И общественный транспорт, на мой взгляд, дорогие друзья, следует уже сделать бесплатным. Но он станет бесплатным только когда он станет самоокупаемым, только когда он будет окупаться за счет иных дополнительных услуг, либо вообще грузового направления. В логике современного транспорта это абсолютно невозможно, потому что по первому уровню, по дороге у нас перемещаются и автомобили, и карусы, и маршрутки, и, собственно, дальнобойщики, и многие составляющие, что можно было разграничить и увести на второй уровень. И, собственно, даже на втором уровне могут потоки, различные движения создаваться. И немножко вот я отвлекся от тематики слайда, но сеть интернет была основана на кремниевых технологиях. Кремниевые технологии, соответственно, были основаны на свойстве кремния, пьезоэффект. Это моделирование посредством электрического тока, электромагнитной волны. И за счет этого были рождены те смартфоны, те GPS-навигаторы. Сегодня приятным женским голосом мы слушаем, куда действительно нам следует повернуть. И те действительно технические нововведения, которые раньше казались нам невозможными, долгими к развитию, сегодня мы ими пользуемся, мы не можем представить на сегодняшний день жизнь без них. Также и без Transnet, и без Skyway, и без струнного транспорта, на наш взгляд, в будущем невозможно будет представить себе жизнь. И как раз таки Skyway — это то недостающее звено, дорогие друзья, в мировой логистике. Я приведу простой пример, который это доказывает. Просто банально путешествие стандартного туриста, стандартного бизнесмена, допустим, посредством самолета, поезда, неважно, даже автобуса, нам необходимо ожидать свой транспорт в пересадках, в железнодорожных, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, на станциях, на автобусных и так далее. И если, не дай бог, вы опоздали на ваш транспорт, то необходимо большое количество времени, достаточно ожидать следующего уже рейса. Это никак недопустимо, потому что это нас ущемляет, это сокращает нашу эффективность, эффективность нашей работы, бизнес-процессов. И это значительно сокращает, я уж не говорю о том,
от транспортной логистики, от железнодорожных перевозках, о грузовых перевозках, когда действительно уже фактически десятки миллионов долларов, иногда и сотни миллионов долларов застревает в транспортных пробках, так как товары, грузы перемещаются действительно иногда недели, иногда месяца и полугодия. На самом деле, дорогие друзья, это на сегодняшний день абсолютно недопустимо. И в конце 70-х годов Анатолий Эдуардович Юницкий показал миру, каким образом можно эту проблему решить. Началось развитие концепции струнной технологии именно первого поколения. И Анатолий Эдуардович Юницкий начал далеко не со струнного транспорта. Буквально вскользь и вкратце я остановлюсь на том, что Анатолий Эдуардович Юницкий в 88 году на конференции по неракетному освоению космоса, индустриализации космоса представил концепцию общепланетного транспортного средства, то есть так называемое ОТСЮ. И за счет данного глобального серьезного масштабного инфраструктурного проекта, который нужен уже позавчера, так как вы видите, насколько влияет экология сегодня на климат Земли, насколько смерчи появляются в США, в Мексике и так далее, ураганы, катаклизмы, все они появляются не из ниоткуда, а напрямую из-за влияния на наш климат, современной индустрии, современной техногенной сферы, то есть промышленности, заводов и, естественно, выхлопных газов современных автомобилей. За счет чего функционирует вот это вот общепланетное транспортное средство? Простираясь по длине экватора, то есть примерно 40, не примерно, а точно 40 тысяч километров, и за счет раскрутки, вот вы вверху справа видите, линейного маховика, линейного электродвигателя, за счет создания магнитного поля, за счет действия центробежных сил, которые тянут эту конструкцию вверх, происходит поднятие и расширение всей этой конструкции. И за счет уравновешивания центральной массы Земли вся эта конструкция поднимается и останавливается примерно на высоте 300 километров. И, соответственно, образуется кольцо вокруг Земли. Естественно, кому-то это покажется вообще что-то на грани научной фантастики, но, дорогие друзья, вот это вот тоже струнная технология, и за счет оптимизации данного общепланетарного транспортного, общепланетного транспортного средства Анатолий Эдуардович Юницкий придумал концепцию струнного транспорта. То есть вы видите эстакаду справа внизу, достаточно массивная, достаточно материалоемкая, опоры очень серьезные, массивные и дорогостоящая конструкция. Путевая структура струнного транспорта была оптимизирована с использованием минимум материалов, минимума железобетона, арматур, стали, железа и так далее. И бирельсовая конструкция получила название уже путевой структуры Skyway. Дорогие друзья, на самом деле также переломным этапом было то, что в 2000-х годах Сергей Анатольевич Сибиряков тем способом, которым мы на сегодняшний день развиваем на самом деле нашу компанию, именно передача от человека информации путем сарафанного радио, подсел позади Лебедя Александра Ивановича, благо летели под одним самолетом, и рассказал, каким образом струнный транспорт Юницкого может увеличить ВВП Российской Федерации в 3-4 раза менее чем за 5 лет. Александр Иванович был поражен, что действительно это реально, потому что обоснования были серьезные. Обоснования были на примере проекта Skyway по перевозке пищевого льда, то есть это проект «Сибирский холод», так называемый. То есть на высоких скоростях 500-600 км в час перевозка пищевого льда из Байкала, из Онежского, Таймырского озера, подземных. Вот, и очень уникально то, что многие эти озера более 4 месяцев находятся в замерзшем состоянии. А лед вообще является уникальным средством
для выработки как электроэнергии, вот сейчас вот проводят эксперименты, так и обладает теплоемкостью в 7 раз отличающейся от выплавки железа. То есть представьте себе. И, соответственно, США на сегодняшний день тратит намного больше денег на систему охлаждения, чем мы, Россия, тратим на отопление. И за счет вот такой аргументации, ну, если говорить про потенциал, про капитализацию, то это, собственно, триллионы долларов действительно прибыли и реализация этого самого льда по всему миру. Лебедь Александр Иванович, будучи рассудительным, грамотным, технически подкованным и одновременно жестким, по-генеральски жестким человеком, оценил это и буквально через несколько недель был выделен первый транш. Началось финансирование технопарка в Московской области, город Озеры. С 2001 по 2009 год данный тестовый участок простоял, никого не трогал и, собственно, радовал глаз, радовал результатами научно-исследовательской подвижной лаборатории. Вот этот ЗИЛ «Уходящее небо» – это на самом деле лаборатория. И здесь проходили многие эксперименты. Что касается путевой структуры, даже специально намораживали определенный слой на рельс. То есть это достаточно серьезный показатель был. То, что при перемещении сталь по стали, соответственно, разрубается этот слой специально намороженный. И никаких препятствий перемещению нет. Но буквально через несколько недель после презентации, и несмотря на то, что даже презентация была сделана Дмитрию Анатольевичу Медведеву, полигон, и именно поэтому полигон и называется, потому что претерпел такие вот неблагоприятные военные действия, я бы сказал, был распилен и увезен в неизвестном направлении, действительно, как бы неизвестными и неустановленными лицами. До сих пор никто не понимает причины. Но после общения, дорогие друзья, уже с рядом крупных инвесторов, с рядом деятелей, которые потенциально могли полностью оказать финансирование проекту, но желание у них было одно – завладеть технологией, завладеть компанией. И зачем, собственно, кузнец, если кузница будет ковать сама. Но, естественно, Анатолий Эдуардович был на это не согласен, и с 2013 года началось очень серьезное движение и очень серьезное решение было выдвинуто генеральным директором, ныне генеральным конструктором ЗАО «Струнные технологии». Это начало краудинвестинга, это начало народного финансирования, дорогие друзья. И я бы сегодня не вещал, если бы тогда это решение не было принято. Я бы не занимался на той стадии, на которой занимаюсь сейчас проектом, не был бы настолько погружен в проект, потому что не был бы заинтересован, так как основная заинтересованность тех людей, кто присоединяется к проекту, то, что действительно эта технология реальна, и то, что все мы, кто инвестирует на сегодняшней стадии в проект, являемся совладельцами компании. И, соответственно, та капитализация, те прибыли, которые мы будем иметь от адресных проектов, она будет распределяться в зависимости от пакета обязательств, которые в будущем обязательно станут серьезными активами, серьезными акциями. Соответственно, будет происходить достаточно неплохая, я бы сказал, прибыль. И все мы с вами, дорогие друзья, на сегодняшний день оказываем финансирование развитию городского пассажирского транспорта, грузового транспорта. В 2017 году планируется демонстрация уже и, естественно, строительство высокоскоростного транспорта. И буквально 6 месяцев назад появилось направление легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, юнибайк. То есть это наши юркие, мускулистые, физически выносливые. И почему вот спортивные? Потому что за счет велотяги вы сможете крутить педали, вырабатывать электроэнергию, оказывать кардио нагрузку на ваш организм, хорошо себя чувствовать, получать удовольствие, перемещаться со скоростью до 120 км в час. Это направление, дорогие друзья, будет продемонстрировано уже этой осенью на экотехнопарке в Минской области, город Марина Горка. И что очень примечательно, дорогие друзья, что как раз-таки те инвесторы, те просто наблюдатели, которые
просто даже регистрируется. Зарегистрируешься, человек, попадая в этот шквал новостей, информационный поток, некоторые из них я обязательно поставлю, и сам даже не смотрел еще видео Skyway на словацких экранах, это вот, скорее всего, после поездки нашей с Сергеем Анатольевичем, с Виктором Бабуриным в Словакию, заключение определенных соглашений с техническим университетом, далее общение с министром транспорта Словакии, и, соответственно, вот это видео будет показано как доказательная база того, что процесс действительно идет. Вы спросите меня, почему действительно сегодня в геометрической прогрессии увеличивается количество людей, которые инвестируют в технологии? Я отвечу очень просто. Это дешево, это безопасно и это комфортно. Что касается самого транспорта. Если вы будете совладельцами этого транспорта, который может войти на 30, на 50 и даже более процентов в современную транспортную индустрию, пожелали ли бы вы инвестировать в этот проект? Естественно, ответ да. А если говорить про инновационность, что этого сейчас не существует, что подобной вообще сферы, как когда-то занимал свою нишу интернет, как когда-то сформировался бум доткомов, то есть .com, от этого названия следует понятие .com, и формировались действительно миллиардные прибыли. Apple сформировал капитализацию на более чем 950 миллиардов, и я вот задам вам простой вопрос, очень каверзный, ответьте молча для себя сами. Хотели бы вы быть совладельцем той компании, которая будет иметь капитализацию больше, чем Apple и Google? Я думаю, что ответ очевиден. Ну а тот факт, что эта технология действительно призвана спасти нашу экологию и призвана сделать уже не техногенную транспортную инфраструктуру, которая, наоборот, загрязняет, ухудшает экологию, а экогенную, восстанавливающую и реинкарнирующую, не побоюсь этого слова, и устойчивую даже серьезной нависшей угрозе в виде террористических атак, то, естественно, ответ будет также однозначный, дорогие друзья. И как раз-таки сегодня я могу сказать, что если современный спортивный болид, помимо того, что загрязняет окружающую среду, несмотря на то, что он красивый, несмотря на то, что он стильный, дорогой, несмотря на то, что это предмет роскоши для некоторых, все так или иначе в будущем пересядут на транспорт второго уровня, будут пользоваться юнибайками, естественно, звезды там и так далее будут пользоваться юнибайками со специальными опциями, то есть ионизация воздуха, массажные кресла, супер стереосистемы и так далее. Но одно будет неизменно, это аэродинамика. И вот этот дизайн, который вы видите, уходящий вдаль высокоскоростной состав, будет иметь более серьезную аэродинамику, чем самолет. И даже простой юнибайк, наш действительно спортсмен, юнибайк будет иметь более серьезную аэродинамику, чем спорткар. И я думаю, что даже будет приближаться к спортивному самолету также. А если говорить про затраты топлива, материалов, что касается материала, это вообще несопоставимо с современной транспортной инфраструктурой. Что касается топлива, сегодня вот я перемещался на Икарусе, не помню на самом деле, сколько вмещает Икарус, ну, предположим, 50-60 человек. Так вот, юнибус, который будет вмещать такое же количество людей, будет перемещаться со скоростью до 150 км в час в городской среде. Естественно, если нужно будет перемещаться на небольшое расстояние, то скорость будет подстраиваться под это расстояние, будет автоматизированная система управления, то есть без водителя, и, соответственно, 2-3 литра на 100 км будут затраты топлива, 100 грамм на пассажира. Это действительно колоссально и недостижимо на сегодняшний день существующая транспортная инфраструктура. Если это перевести на потребление энергии, то примерно 20 киловатт будет происходить потребление энергии. Представьте, Икарус гармошкой, наш любимый русский
смог бы он потреблять такое количество топлива? Естественно, нет. То есть это прожорливый, действительно, если птеродактили цивилизации это самолеты, то это бронтозавр. И это действительно хищник, потому что он загрязняет нашу окружающую среду. И я считаю, что весь транспорт поэтому должен уйти на второй уровень, потому что на втором уровне коэффициент аэродинамического сопротивления, вся аэродинамика увеличивается сразу же в 2,5 раза. Что касается струнной путевой структуры, я приведу простое сравнение. То есть возьмем любую конструкцию, которую можно предварительно напрячь, растянуть и так далее. То есть, например, просто два наушника параллельно расположенных. Если я их натяну, соответственно, два параллельно расположенных наушника, этот же эксперимент можно повторить с бумагой и так далее. И, допустим, ассистент на два параллельно расположенных провода от наушника положит мышку, мобильник, даже книгу можно положить, эта конструкция выдержит. Если чуть ослаблю, то, соответственно, ни о какой устойчивости к нагрузкам подобным и речи идти не может. Так вот, стальные проволоки внутри путевой структуры, внутри струнного рельса предварительно напряжены, растянуты, закреплены на концах анкерных опор. То есть вот специально я вам привел простой эксперимент, и таким образом мы рассказываем принцип действия струнных технологий и для крупных инвесторов, если их интересуют технически, и очень просто таким образом объяснить на иностранных конференциях, потому что не все переводчики могут вот этого словосочетания именно с техническими терминами правильно перевести. И далее идет закрепление этих арматурных стальных проволок. Соответственно, далее омоноличивание спецбетоном, который был недавно разработан в ЗАО «Струнные технологии», так как подобного бетона с подобными характеристиками, которые нам необходимы, его просто не существовало. И, соответственно, ЗАО «Струнные технологии» под руководством генерального директора и генерального конструктора международной группы компании Skyway Анатолия Эдуардовича Ницкого разработали сами. И далее идет головка рельса, абсолютно ровная, гладкая, без каких-либо стыков, соединений, которые могли спровоцировать лишние деформации, лишние вибрации, толчки и так далее. Но если говорить про шумообразование, мы поставим вам репортаж о перерывах между технико-экономическим вводным и расширенным вебинарами. И на расширенном сегодня будет присутствовать замдиректора по развитию ЗАО «Струнные технологии» и международной корпорации Skyway Виктор Игоревич Бабурин, который поведает нам крайние новости, соответственно, которые на свой взгляд он посчитает нужным осветить. Потому что очень много того, что и в моей голове также находится, чего, к сожалению, для вас и, к сожалению, для меня, потому что хочется действительно рассказать определенные нюансы, моменты о будущем применении технологии Skyway, но нельзя, потому что это действительно коммерческая тайна, дорогие друзья. И если вот сегодня представьте буквально в дальности расположения несколько десятков метров, там 50 метров, можно ли вообще проживать возле железных дорог, когда пролетает поезд и когда очень такое серьезное шумообразование, действительно невозможно будет не заснуть и так далее. То есть я вспоминаю фильмы, где герои находятся в различных квартирах, поэтому они дешевые, эти квартиры, которые расположены под метро. То есть там невозможно жить, и даже в фильмах ощущаешь этот бешеный шум, который может нарушить и психику со временем. А в метро вообще более нескольких секунд не рекомендуется находиться, потому что уже начинаются необратимые процессы с организмом человека, воздействием магнитных волн и воздействием, естественно, вот этого шума. То есть мне, если честно, вот в московском метро не особо комфортно. Но все это, дорогие друзья, замечательно, и я могу рассказать про длинные
короткие экономические волны. В технологических вкладах по теории Кондратьева, про Глазьева могу рассказать. Но это не будет иметь смысла никакого, и классификация не будет иметь смысла, если бы сейчас не велось, дорогие друзья, строительство. Вот такие буквально слайды я сброшу, чтобы каждый посмотрел уже в свободное время из новичков. Не откладывайте после вебинара, просто найдите 5 минут и пролистайте эти слайды буквально с момента заключения договора о земле. Посмотрите, что было в августе. В октябре уже был заложен фундамент первой анкерной опоры. Также были проведены в сентябре испытания модели 1 к 10. Зимой были установлены 19 промежуточных опор. 19-я является стальной для демонстрации применения струнной технологии на любом типе рельефа, местности и так далее. В любых самых даже суровых климатических условиях. И, соответственно, продолжалось строительство первой анкерной опоры. В апреле было установлено и смонтировано струнное интеллектуальное ограждение. Более того, сейчас прорабатывается в том числе это направление уже в виде заказов потенциальных. Фактически подходит к завершению строительства первой анкерной опоры. То есть мы видим уже весомое развитие в строительстве первой анкерной опоры. И в мае уже начинается параллельное строительство легкой трассы. И поэтому осенью мы действительно увидим уже первые юнибайки, первые юнибусы, пролетящие по воздуху, если не со скоростями 500-600 км в час, что будет достижимо уже для высокоскоростного подвижного состава Skyway, то со скоростью более 100 км в час это будет абсолютно реально. И даже при посещении второй раз делегации австралийской наших серьезных партнеров, они отметили, что вы совершили, дорогие друзья, такой рывок, который невозможно порой достигнуть персоналом в 1000 технических специалистов, что мы наблюдаем сейчас в Siemens, в TGV и в различных тайваньских, корейских, китайских транспортных компаниях. Сегодня составом действительно профессионалов, чуть больше 150 человек, мы достигаем такой эффект. И это, дорогие друзья, достигается за счет народного финансирования. Никаким иным образом, как показывает практика, невозможно было достигнуть этот эффект. Да, существуют сейчас уже инвестиции на 330 тысяч долларов. Я говорю вам про рекорд инвестиции единовременной от одного лица. Да, сейчас планируются инвестиции на уже миллионы долларов, но в 2013 году кто-то это начал, я лично присоединился в числе первых 50 либо даже 30 людей и инвестировал свою первую чуть больше $1000 переводом непонятно кому на карточку в надежде получить обязательства. Естественно, я их получил. Я был счастлив, что посредством развития инвест-проводящей системы, посредством сетевого построения корпорации есть возможность развивать столь масштабный и грандиозный проект. И на самом деле, дорогие друзья, это то, что ожидает нас в ближайшем будущем. В доказательство к этому я обязательно вам покажу ролики по Австралии, по Словакии. И можно было заказать, можно было купить ролики эти за большие деньги, но на рекламу, на пиар, на продвижение, на договоренности, на лоббизм тратится либо самый минимум средств, то есть на командировочные расходы наших партнеров, которые, допустим, на ранних стадиях вынуждены к нам приезжать. Далее они уже, соответственно, на самоокупаемости в их управляющих компаниях, либо вообще не тратится. И чего я не могу сказать, допустим, о корпорации Coca-Cola, где более 85% тратится на рекламу. Что касается ближайших планов, если Coca-Cola сегодня на прилавках всех супермаркетов и активно конкурирует с Pepsi, да, у нас будут такие Pepsi, да, будут стараться сформировать свою
уникальную путевую структуру, поставить свои подвижные составы транспорта второго уровня, когда это станет очевидно. Но, дорогие друзья, у нас есть стратегия развития более чем на 5 лет, то есть долгосрочное планирование. И самое интересное, что каким образом будет максимально конкурентоспособная сеть Transnet, мы уже знаем. И действительно, как говорит Анатолий Эдуардович, если, собственно, мы сейчас это сделаем, а мы это обязательно сделаем, покажем уже осенью, то мы обгоним всех и навсегда. И на расширенном технико-экономическом вебинаре буквально вскользь мы вам покажем, почему действительно так тому и быть. И это действительно возможность, дорогие друзья, сегодня обеспечить свое будущее, будущее своих детей, внуков и даже правнуков. Я могу привести такой пример, как строительство Суэцкого канала, как строительство лондонской подземки. Буквально несколько дней, либо несколько недель не получали рабочие зарплату деньгами, им выдали активами, в будущем ставшими акциями этих инфраструктурных проектов. Сегодня эти люди ни в чем себе не отказывают. И если бы у нас при строительстве БАМа, Байкало-Амурской магистрали, соответственно, люди, которые участвовали в строительстве, люди, которые на энтузиазме, в первую очередь за счет затрат своих физических усилий, времени, получали активы, то, я думаю, тоже эти люди бы были бы достаточно с хорошим уровнем жизни и вознаграждением впоследствии за свои труды. А это речь только о нескольких инфраструктурных проектах. Сеть Transnet, на наш взгляд, окутает действительно десятками и сотнями миллионов километров дорог в будущем, потому что это будут дороги на втором уровне, и там, где на сегодняшний день невозможно построить путевую структуру, мы ее построим. И тому доказательство, интерес и высказывание даже на ранней стадии развития серьезных экономических специалистов, политиков. Той причиной является и присоединение к нашей команде Рода Хука. И, соответственно, Род Хук – это бывший директор транспортного департамента развития и инфраструктуры Южной Австралии. Это человек, который привлекал миллиарды инвестиций на очень серьезные инфраструктурные проекты. Сейчас этот человек с нами в связке и в команде. И это говорит о том, что да, действительно, дорогие друзья, расскажите о существовании этого проекта, просто дайте возможность узнать об этом проекте своим коллегам, знакомым и незнакомым людям, и проявите хотя бы интерес, и получите в доказательство к своему интересу минимальный опцион, то есть минимальный пакет обязательств международной группы компании Skyway 100 единиц просто за регистрацию. Это не будет бесконечно, потому что так же, как выверена четко технически, грамотно, инженерно создана технология, так же и четко выверена Анатолием Эдуардовичем и финансовая схема, и нагрузка на нее. Мы не являемся хайпом, пирамидой, интернет-проектом, чем нас считали в начале, но сейчас, когда мы приближаемся к развитию не просто на уровне слов, а на уровне строительства, действительно, дорогие друзья, меня даже подмывает, несмотря на то, что достаточно серьезная структура, бежать, вставать, рассказывать, нести в народ благую мысль и весть о том, что существует проект Skyway, и основная причина, что возможности финансирования в корневую технологию дальше может быть, может и не быть. И почему корневая технология? Не потому, что мы куда-то там пускаем корни, да, отчасти это правильно, но потому что это та технология, которая будет входить во все проекты, которые будут применяться в виде технологии Skyway. Помяните наши слова, те люди, которые не заинтересовались вовремя, потому что потом будут не просто кусать локти, а кусать локти до крови. Потому что тот дискаунт, который на сегодняшний день мы имеем, даже такого дискаунта, венчурной премии за ваш риск не будет. Я уже не говорю о тех условиях, которые были в 2014 году в начале. Но Сергей Анатольевич, это
тот человек, который фактически одним из первых доносил информацию серьезным чиновникам, олигархам, предпринимателям и вынужден был также начать действовать по схеме инвест-проводящей системы, начал вебинары, то есть я его ученик и очень много учусь и впитываю, и с удовольствием пересматриваю самые старые вебинары, когда только начинал свое развитие в проекте SkyWay, потому что информация там действительно бесценная. Ну, я не говорю уже об ранних вебинарах Анатолия Эдуардовича Юницкого, когда Анатолий Эдуардович Юницкий имел время выходить онлайн и, собственно, вести вебинары. Такого уже не то, что не повторится, но это происходит очень-очень редко. Поприветствуем макроэкономического прогнозиста, того человека, которого приглашали в свое время, в недавнем времени возглавить Министерство Арктики, в давнем времени вступить на работу на пост в Агентство стратегических инициатив США, но Сергей Анатольевич Сибиряков отказался, потому что проект SkyWay наиболее интересный, наиболее перспективный и наиболее благоприятный для формирования как предпринимательской деятельности, так и деятельности по серьезным, серьезнейшим, я бы сказал, инфраструктурным проектам на территории всех стран всего мира. Сергей Анатольевич, вам... Так, включилось все, друзья. Приветствую вас. Как видно, как слышно. Так, ага, отлично. Вот, я, к сожалению, имел шанс не попасть сегодня на вебинар, вот, потому что ехал с сыном тут по делам недалеко. Это такой небольшой городок на побережье Черного моря, и дорога одна вдоль всего города. И вот произошла страшная авария. Вот там одна машина загорелась, одна там просто со смертельными исходами, там тоже, так сказать. Вот, и перекрыли весь этот городок, и мне пришлось через горные дороги объезжать, и пробки там, все страшно, и, честно говоря, не знал даже, доеду, не доеду. Вот, но нет худа без добра, включил перископ, мы с Алексеем сейчас отрабатываем новую форму, я прям в машине провел там, минут 20, наверное, вещали, было очень интересные вопросы, приходит очень много новичков вот, в Перископе. И сейчас тоже, друзья, тоже приучаем сейчас, у меня идет параллельное вещание в Перископе, поэтому можете вебинары смотреть и через интернет Мирополис, вот наши традиционные кабинеты, но если нет возможности, ну есть интернет, поэтому включайте Перископ, он намного проще и меньше требует трафика. То есть если с мобильного, то можно напрямую смотреть в Перископе, а мы будем с Алексеем. Единственное, что там нет личного кабинета, нет возможности показать слайды. Вот. Но тем не менее идет трансляция, идет обмен в чате, то есть очень много интересных новичков приходят. Вот. Здесь тоже, вот сегодня на дневном вебинаре, друзья, тоже давайте привыкать к этой постановке вопроса, что всегда есть какие-то, как я их называю, засланцы, специально подготовленные, засланные люди, цель которых сорвать вебинар. Они пишут похабщину, пишут маты, пишут это, и для того, чтобы сбить такой деловой настрой, сбить это сам. Поэтому по мере возможности мы, конечно, этих засланцев, будем удалять из чатов, но не всегда их они, как тараканы, лезут из всех щелей, заходят под разными именами, заходят это, поэтому давайте привыкать. Я не сторонник и не хочу отключать чаты, потому что чат все-таки для нормальных людей, идет обмен информацией, мне очень интересно читать, что люди пишут, это и реакция, и вот в Перископе там сердечки пускают, то есть когда видно, что нравится, не нравится, какая-то эмоция высказывается. Вот. А в чате для того мы делаем живое общение и не просто даем в записи то, что мы хотели сказать, а именно интерактивное общение. Потому что, конечно, когда 175 человек в прямом эфире из разных стран, у нас 75
стран. Вот на прошлой неделе у нас были акционеры из 75 стран. Это очень серьезная, я считаю, заявка для проекта. Вот, мы очень активно развиваемся. Для тех, кто только пришел, Алексей, наверное, доходчиво и очень четко. Вот мы с ним не зря 4 месяца в такой форме оттачивали донесение информации для новичков, чтобы именно в конечном итоге цель нашей работы, ну, первое, это серьезная, серьезнейшая тренировка. И я могу сказать, что вот за там, прошлую, позапрошлую неделю, когда мы проводили уже каждый на своем месте, и иногда вместе, иногда отдельно презентации и разного рода бизнесменам. Вот мы вместе с Виктором и с Алексеем проводили презентацию бизнесмену, который ведет миллиардные контракты в Африке, в Азии, в Саудовской Аравии, в Европе. И он не владелец этой компании, один из представителей хозяина, но владельца очень крупного мирового бизнесмена. И когда он услышал о том, что наш партнер Рот Хук и о том, что мы ведем такую работу, он сразу же поменял ход разговора, сказал, что меняем логику общения, потому что я знаю, кто такой Рот Хук, он партнер нашей компании по Саудовской Аравии, строительству самого крупнейшего небоскреба в мире, поэтому сразу перешли уже к деловому общению. Вот. И я видел, друзья, это уже вы так, меня можете услышать, как ведут презентацию Виктор Бабурин, вот, а мы с ним работаем, я его знаю уже более 10 лет, и когда он еще совсем юным, начинающим молодым юристом пришел в нашу совместную компанию, как он 8 лет назад пришел в компанию Анатолия Давыдовича Юницкого, и как сейчас он уже, являясь заместителем генерального директора, представляя компанию и на крупном бизнесе, и на проведении конференции, которая проходила в Братиславе на 3 языках, то есть с 3 синхронными перевозами, венгерским, чешским и словацким. Как Виктор презентовал технологию для министра транспорта Словакии, а он сегодня возглавил комиссию по транспорту Евросоюза, потому что Словакия возглавила Евросоюз. Там есть определенная риторика, такая определенная работа. И Алексей Суходоев, то есть тоже мы очень крупным бизнесменом из Канады и сетевым лидером мы делали презентацию, то, конечно, друзья, это все прежде всего опыт. И вот эти 4 месяца, когда мы нарабатывали для новичков доведение информации, естественно, приглашая туда людей, которые тоже доводят информацию, чтобы мы видели и общались, и обсуждали, как наиболее емко доводить, и мы отработали целые формулы, как это сегодня модно говорить, скрипты. Вот. И Алексей, когда максимум вел по 8 вебинаров в день, вот у нас с ним получилось так, что было несколько дней, когда мы вели по 8, но я участвовал в 6 вебинарах, а Алексей вел полностью 8 вебинаров. Это, конечно, друзья, колоссальный опыт, и сегодня он дает очень серьезные результаты, потому что когда я вижу, как Алексей доводит информацию, вы сами, наверное, это видите, очень доходчиво, четко, аргументированно. Вот. Это, естественно, есть определенный свой талант, но это без тренировки невозможно. Я вижу, как Виктор сейчас проводит презентации, причем еще и на английском языке, блестящие презентации. Вот. Он на прошлой неделе, у нас в 20 часов такой небольшой уже, мы очень часто будем Виктора теперь приглашать на наши вебинары, то есть я считаю, что более того, у нас будет интересная форма вебинаров, когда, допустим, Виктор будет где-нибудь в Танзании, Алексей где-нибудь в Алжире, ну а я где-нибудь в Монголии или в Казахстане, и мы будем проводить совместные такие презентации именно для обмена мнением, для того, чтобы вы все были в курсе того, что происходит, как происходит. Вот прошлый вебинар или позапрошлый вебинар мы вели из Словакии. Я уже, друзья, просто настолько меняется время, это когда за там, 6 дней меняешь 27 городов и 7 стран, то происходит просто уже очень... У меня завтра опять начинается большое турне, я вылетаю в Ганновер через Стамбул, вот, потом в Вильнюс, в Минск, будут очень такая короткие рабочие встречи с Анатолием Дуаровичем, с Виктором, потом дальше уже опять Европа, вот, потому что сейчас это, к счастью, здесь я могу сказать, к счастью, друзья, что в чем я не прав был год назад, я считал, что европейский рынок для нас не перспективен, не интересен, что надо ориентироваться только на Россию, Казахстан и Украину, но сейчас, по мере того, как подключаются лидеры и активные инвесторы с Словакии, Польши, Венгрии, Чехии, сейчас пошла Германия, Италия, Франция,
уже трудно сказать, где сейчас уже нас не ждут. И для меня месяц назад было полным открытием эта работа в Ганновере, то есть с нашим партнером. Сегодня мы заключили партнерские соглашения с Европейским агентством бизнес-проектов. Это те, кто ищет проекты и представляют проекты для именно финансирования. И мы видим, как сегодня идет огромнейший интерес в рынке Европы, как немцы активно хотят инвестировать в проект. И сегодня точно такой же интерес, я уж не говорю про восточную, русскоговорящую Европу, потому что восточная Европа из восточного блока, они еще, особенно старшее поколение, они все знают русский язык, они все ориентируются на Россию. Но самое интересное сегодня, это, друзья, уже подключаются профессиональные инвесторы с точки зрения венчурного рынка, с точки зрения технологического рынка, которые видят, что перспектива именно за такими родными технологиями. Их нисколько не пугает, что технология российская, что изобретатель Юницкий, именно генеральный директор, генеральный конструктор. Они все помнят, что в свое время был Циолковский, был Жуковский, и все хорошо знают Сикорского. И потому что сегодня, в начале 21 века, опять новую прорывную технологию в сфере транспортных коммуникаций дает опять русский ученый Анатолий Эдуардович Юницкий, это тоже не вызывает ни у кого вопросов. Ни у кого не вызывает вопросов, почему сегодня платятся такие венчурные премии, дисконты, которые там. Единственное, что немцы задают вопрос, что вот сегодня дисконты, которые выплачиваются как венчурная премия на капитал, вот 1 к 350, а ведь было, когда еще и 1 к 1500, они же все сайты смотрят, читают. Я говорю, друзья, я еще помню время, когда был 1 к 2500, и у меня есть определенный объем обязательств, которые еще исчислялись коэффициентом 1 к 2500, потом был 2000, потом 1500, потом 500, сегодня 350. И как раз, друзья, закрытие корневой технологии, это не то, что компания прекратит привлекать инвестиции, а когда на рынок они выйдут уже с нулевым дискаунтом, то есть 1 к 1, и, соответственно, это будет означать фактически свободный оборот обязательств. И мы об этом еще много будем говорить, как происходит капитализация, почему сегодня мы предполагаем и прогнозируем существенный рост обязательств, которые мы делаем. Мы с Алексеем участвуем во всей этой работе, мы участвуем в подготовке сегодня адресных проектов, причем крупнейших адресных проектов на десятки и десятки миллиардов долларов. Там у нас есть серьезнейшие мировые партнеры именно с мирового финансового рынка. Вот вы все это со временем все узнаете. Сейчас очень важно понять, что тот, кто подключился, особенно через Перископ, те, кто только вошел и услышал о проекте Skyway, фамилию Юницкий, шестой технологический уклад, русский прорыв, то, друзья, изучайте информацию, смотрите информацию, распространяйте информацию. А мы создали систему, которая защищает инвестиции, которая создает сегодня компании, которые будут капитализировать интеллектуальную собственность, и создает систему, которая делает и юридическую защищенность, кто вошел. Друзья, я сразу изменяюсь, я смотрю иногда в Перископ, иногда, кстати, можно попробовать поставить две камеры рядом, вот так вот, и я тогда буду, точно, я тогда буду говорить на две камеры одновременно. Видите, до чего, друзья, дошел прогресс, что трансляцию уже делаем сразу и в комнате, и в Перископе, потому что вот я уже начал говорить про ряд поездок, очень много обращают. Вот, есть много вопросов, которые можно в Перископе объяснять, задавать. А самое главное, можно фактически в онлайне обсуждать очень много. Напишите, пожалуйста, ваш Перископ. Так, Александр, мой Перископ точно такой же, как Скайп. Алексей его сейчас обязательно покажет. У меня и Скайп, и Перископ обязательно одинаковый, поэтому можете писать туда, можете писать в Перископ. Это работа. Вот так, друзья, теперь регламент. Мы сейчас сделаем буквально небольшой перерыв, 2-3-5 минут. Вот, традиционно я говорю, друзья, заканчивая вебинары для новичков, что мы рады, что вы присоединились. Если вы полностью удовлетворены информацией, вас больше информации о Skyway не интересует, значит, мы с вами прощаемся. Вот, это бывает очень редко, потому что мы сейчас заключили соглашение с техническим университетом Словакии, готовим соглашение сегодня и с Венским университетом техническим, Пражским, Будапештским, Парижским. Алексей сейчас подключится к Франции, потому что он блестяще владеет французским языком. Вот он, кстати, но это будем еще говорить в следующей части.
И как раз сегодня интерес профессионалов очень и очень велик к тому, что мы сегодня делаем. Поэтому, если вас не интересует, вы получили исчерпывающую информацию, значит, мы с вами прощаемся. А те друзья, кто дальше работает, для тех, кого Skyway действительно заинтересовал и есть желание узнать, как будет выглядеть завтра, что, какие технологии будут наиболее перспективными, значит, мы встретимся с вами в следующей части, которая будет буквально через несколько минут. Дальше у нас этот вебинар будет ровно час. Моя небольшая часть, потом выступит, как всегда, Алексей со своим интереснейшим взглядом на то, что происходит. И следующим у нас сегодня третий, ну уже, скажем так, традиционный гость наших вебинаров, это Виктор Бабурин, который расскажет и последние новости о Танзании, вот, и расскажет о последних направлениях, которые сегодня будут, потому что и в Минске сегодня идет очень активнейшая работа. Особенно, то есть я предполагал, что я завтра полечу в Ганновер, и Виктор туда прилетит, потому что очень много инвесторов, именно крупных немецких инвесторов, хотели побеседовать с Виктором, именно как представителем руководителя компании. Но из-за того объема, который сейчас идет, мы клонировать, соответственно, не можем, поэтому мы все-таки будем раздельно общаться, потому что то, как мы были в Братиславе втроем и с Алексеем, и с Виктором, и со мной, это, конечно, друзья, на сегодняшний момент уже колоссальнейшая роскошь, потому что дефицит времени, чем дальше, тем будет нарастать, и особенно по мере того, как мы запускаем адресные проекты, то эта работа как раз все больше и больше будет требовать и перемещения, и встречи с инвесторами, и проведения конференций и так далее. Поэтому, друзья, прощаюсь с теми, кого Skyway не заинтересовал. Для всех остальных, друзья, буквально двухминутный традиционный перерыв, и продолжаем дальше. И закончим мы, друзья, ровно в 21 час, потому что в этот момент мы дадим ссылку, начнется прямой репортаж по белорусскому центральному телевидению о технологии Skyway, поэтому мы плавно переведем наш вебинар еще и трансляцию центрального белорусского телевидения о технологии Skyway. Поэтому сегодня, как вы видите, у нас и новостей, и традиционная работа, и в то же время еще подключаем новые формы работы. Итак, друзья, буквально двухминутный перерыв для того, чтобы, как мы всегда делаем, перебивку между для начинающих и для тех, кто входит в вебинар, и продолжим нашу работу. Друзья, рекламная пауза. Damon, ABC News, The Riverland. The state government says it's still some months away from deciding where to start work on Adelaide's future tram network. The state's civil construction sector is urging the Transport Minister to consider a new and as yet unproven Skyrail system to speed up delivery of the $3 billion project. But Stephen Mulligan says any federal funding will be spent on proven tram technology. Rod Hooke knows a bit about Adelaide's trams. As a senior state government bureaucrat, he oversaw extensions of the line to North Terrace and the entertainment centre. As much as I've loved being involved in rolling them out, we're still 100-year-old technology. Now in the private sector, Mr. Hooke is looking to the future. He's spruiking Belarusian technology known as string rail. The idea involves automated carriages travelling on elevated tracks and is being pitched as a low-cost, low-impact alternative to the city's traditional public transport modes. It could be an option to run east-west. You could run from the airport, you could go out Norwood Parade. Sky-high rail promises always attract their fair share of ridicule. I give you the Springfield Monorail! And Rod Hooke knows his technology is unproven. We need to demonstrate that it works. I need to demonstrate it's cost-effective in Australia. Mr. Hooke has an agreement to build a 500-metre demonstration track at Flinders University. He's looking for international investors to fund it. Should it succeed, the Civil Contractors Federation wants it considered in place of the planned Adelink tram network, the focus of a half-billion-dollar election promise by Federal Opposition Leader Bill Shorten. With the SkyTrain system, you might be able to take the network twice as far, or indeed build the project in half the time. I think if they can make it work there, then obviously it might have some broader application. But certainly in the funding contribution that we've got from the Federal Labor Opposition, we are certainly keen to use that.
Рухавік будучыні. Будаўніцтва экатэхнапарка пачалося ў Мар'інай Горцы. У Мінскай вобласці атрымаў прапіску інавацыйны праект сусветна вядомага вынаходніка так званага струннага транспарту Анатолія Юніцкага. Рэкавы транспарт эстакаднага тыпу, які курсіруе над зямлёй, геніяльнае адкрыццё імянітага беларуса, якое ўзнікла 40 год таму. У Мар'інай Горцы пачалося ўзвядзенне, так бы мовіць, дэманстрацыйнай пляцоўкі своеасаблівага салону продажу тэхналогій. Тут размесцяцца тры тэставыя паветраныя трасы. Будзе створана належная інфраструктура, у тым ліку аўтаматызаваная сістэма бяспекі. Гэта будуць бязлюдныя тэхналогіі, без кіроўцы. Інтэлектуальны транспарт устойлівы да розных умоў надвор'я. Да таго ж ён экалагічны і нашмат менш аварыйны. Першая чарга аб'екта будучыні стане даступнай для знаёмства напрыканцы наступнага года. Цалкам завяршыць праект плануюць у 2017-м. Менавіта тады конструкторы скончаць узвядзенне высокахуткаснай трасы. Если построить десятки миллионов километров дорог по миру, это столько примерно, как сегодня автомобильных дорог, то мы вернем землепользователям мира 5 территорий Великобритании, которые сегодня закатаны в асфальт. Благодаря второму уровню размещения мы можем снизить аварийность транспорта по сравнению с автомобильным примерно в 1000 раз. И если построить миллионы километров струнных дорог, то можно спасти от гибели на дорогах в 21 веке около 100 миллионов человек. Около миллиарда человек не станут инвалидами и калеками. Да и тому, что у нас остальное колесо, которое катится по рельсу, причем оно отличается в лучшую сторону от железнодорожного колеса, и у нас исключительно хорошая аэродинамика, за 100 лет можем сэкономить триллион тонн топлива. Это в 5 раз превышает запасы нефти на планете. Tak toto tu ešte nebolo. Mestská hromadná doprava možno pôjde o pár rokov vzduchom. Unikátny experiment by ako prvý mohli otestovať v Nitre. Prezradíme vám, na akom princípe to celé bude fungovať. Dopravný unikát sa nazýva Skyway. Ide o akýsi vlak či vagón, ktorý sa pohybuje zavesený na koľajniciach vo vzduchu. Sú poháňané jednak elektrickou energiou, sú poháňané solárnou energiou a samozrejme, že môžu sa prepnúť aj na spaľovací režim. Firma chce získať certifikát na výrobu do konca roka. Ako prvý by unikátnu technológiu mohli otestovať v Nitre. Vyriešiť by mala najmä dopravné zápchy v meste. Priemerná rýchlosť takej mestskej súpravy, mestského kolejového systému je zhruba 120 až 150 km za hodinu. Ďalšou výhodou je, že mesto sa dá zosieťovať do 2 rokov a netreba pritom rozkopať cesty. Prekážkou ale bude zrejme finančná náročnosť. Náklady na kilometer trate sú medzi 1,3 až 3,6 milióna eur. Коллеги, всем здравствуйте еще раз. Ну, собственно, сегодня у нас вебинар тройной. Мы делали оповещение по чатам. И в первую очередь хотелось бы предоставить слово Виктору Игоревичу Бабурину. То есть у Виктора сейчас на вещание не так много времени, как нам хотелось бы. Поэтому буквально с рабочих встреч, с рабочего места вырвали на то, чтобы Виктор осветил основные новости. А далее мы с Сергеем Анатольевичем до 9 уже нашу непосредственную часть расширенного вебинара, подобным тому, что мы провели днем, обязательно проведем, но в первую очередь предоставим слово